Алексей, здравствуйте, Маргарита. Приветствую. Сегодня вы меня пригласили, я с удовольствием открыл ваше приглашение, потому что много интересно. Слышал уже про ваш новый проект, как вы называете, глобально. Большая да? Вот здесь и автоматы, и шлем, я даже уже померил там как-то, да? Мне так понравилось, что я бы тоже поиграл. Большой образ уже. Да. Может, действительно, мы тут расскажем. Это такое, когда нас танцуют, вызвал, какое-то зрение, почему вы вдруг, люди как бы, искусство, люди спорта, да, вдруг решили задается большой игрой, да, причем, самое интересное, но я знаю, почему, я знаю, потому что Маргарита всегда как бы, хотел что-то такое экстремального, а Алексей, он у нас тем заметен, что он с парашюта прыгал, или не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь. Вот это, наверное, вот это продолжение той вашей данной. Да, бурной юности, так сказать. Правильно? Конечно. Я ошибаюсь. Конечно. Все правильно. Большая игра, потому что вы так нескромно, самый большой в мире. Самая большая огневая игра с участием актеров и финальная битва страйкбола. То есть у нас огромные масштабы. И назваться как-то иначе мы просто не могли. Ну, задействовано 3000 квадратных метров с прилегающей уличной территорией. То есть сама битва финальная будет проходить на улице и в самом помещении. Это реальная игра или компьютерная? Нет, это реальная игра. Ничего компьютерного совершенно нет. Реальное оружие только страйкбольное, естественно. Выстрел нельзя. Нет, это не опасно. Вы знаете, опасность есть всегда и везде. В общем-то, если подходить с умом и соблюдать технику безопасности, это защита, пожалуйста, шлемы, защитки, латы. Если пользоваться защитой и грамотно все делать, то, конечно, это все безопасно. А кто будет участвовать? Участвовать будут все. Все, кто захочет посетить нашу игру, совершенно не проблема. От 14 лет. Если ты можешь ходить, пожалуйста, приходи. А безопасность как вы будете поехать? Мы выдаем полностью экипируем игроков. Целиком и полностью. То есть они получают полностью обмундирование. Все это будет как бы гарантия безопасности? Да, гарантия конечно. Безопасности на первом уровне у нас стоит. Потому что нам не очень хочется, чтобы игрок вышел покалеченный и сказал, не, ребята, я туда не пойду. Передал это друзьям, и друзья боятся к нам приехать. А есть ли что-то такое? Что-то? Это будет здесь, да? В районе станции метро Бульвара Красовского, да? Московского центрального кольца, да? Вот. И, в общем-то, доехали достаточно быстро. Вот по кольцу из любой точки Москвы, да? Вот, но вопрос вот в чем. А насколько как бы это будет интересно, да? И что здесь такое, фишка в чем? Это есть вообще-то в России такое или в мире, может быть? Ну, где-то мы все-таки взяли, а нам? Нет, фишка в том как раз, что мы объединили то, что два не объединяли до этого. То есть это квесты и страйкбол. Ну, там, а-ля ролевая игра с мастером и страйкбол. Мы соединили все вместе. То есть вначале страйкбол. Игроки. Страйкбол. Но страйкбол это будет вторая часть нашей разыгрывания. А первая? Первая это ролевая игра с участием актеров. То есть там сценарий полноценный. Он актер еще будет как-то. Да, конечно. А кто вот там где вы взяли? На такой же. Проводится кастинг, отбираются люди на определенные роли. И получается, как мужчина, допустим, будет. Нет, только мужчина. Женщины тоже будут можно играть. Женщины будут играть. А играть будут. Могут играть все. А актеры женщины, мужчины. А актеры будут только мужчины. Там, видимо, сложнее будет актером, там надо будет такие трюки. Ну, где-то будут какие-то моменты трюковые, да. Каскадёвский. В общем, нужна выносливость и сила мужская для актерских. Да, он не каскадёр, близко, да? Нет, каскадёрства, конечно, здесь не будет. Будут какие-то минимальные трюковые части, но, допустим, вот роль полковника должен играть серьезный мужчина, да, ну, боевой полковник, спецназ. То есть он должен зайти, игроки должны зайти, кто здесь главный. Да. А вы будете менять этот состав, или у вас один должен быть состав? Нет, состава будет два, потому что ну, невозможно, если каждый день идут игры, даже будут идти и ночные игры, представляете, какая нагрузка на актёров. А будет обновление состава? Вы будете командиром спецназа. Сыграть себя это обязательно. Может быть, это будет не совсем, но может где-то там на одном-двух представлении, может быть, сыграем, попробуйте. Померяем.
А что такое? Я как все маленький. Поиграть не проблема совершенно. Люблю как бы так это, что я такие вещи тоже делаю, когда после самого интереса попробовать все. У меня тоже была мечта тоже как бы себя показать как артиста, как мне, да? Потому что никто, ни Юрий не верит, что я просто. Можем вам дать роль зомби. Хотите? Зомби? Да, у нас да. Это опасно? Это... Для игроков, да, для актеров нет. Никакого опасности. Это нормально. У вас будут все убегать. Конечно. Пускай убегают. На самом деле, за это все убегают. На самом деле, такой страшный и опасный, поэтому... Нет, мы вам дадим жуткую маску, сделаем жуткий грим, дадим жуткий костюм. И будете в темном подвале пугать людей. Ну, я думаю... Ну, не раскрывайте. Да, не будем говорить, но это, думаю, будет очень бедный ход для наших, как бы... Для всяких спорта, для наших противников, для тех, кто хочет уничтожать этот спорт, я думаю, это будет очень интересно, если я в образе такого зомби выйду, как бы, и как бы скажу... И скажите, да, не трожьте российский спорт. Не трожьте российский спорт, да. Я думаю, знаю ваш характер, что там подумать на Западе, а вот действительно пора уже... Остановиться. Остановиться, на самом деле надо остановиться. А мы же чиновники спорта. Ребята, остановитесь. Ребят, давайте обращусь сейчас к Ваде, там, чиновникам, там, РАФ и другим структурам. Ну, ребят, там, пора уже остановиться. Давайте не будем трогать сейчас спорт. Я действительно, как бы, на время стану зомби и буду вас пухать. Вы это хотите? Приходите на сна. А то по ночам я буду вам сниться. Вот, так что давайте все-таки позаботимся о российском спорте. Хватит, ну, немножко там, как бы, российский спорт, как бы, да. Где-то мы что-то где-то ошибались как немножко, но не так, как ошибались так, как вы это представляете. Российский спорт в основном чистый. 99% российский спорт чистый. И вы сами это знаете сейчас. Проверьте по количеству проб отрицательных, как бы положительно. И вы докажете, что российский спорт реально чистый. Я считаю, вот эта игра как раз, цель такое понимаю, это популяризация, вот именно отвлечение народа, а детей от компьютеров. Очень важный момент, да, я вот сейчас расскажу. Дети настолько сейчас углубились в виртуальную жизнь, не вылезают из интернетов, из гаджетов, сутками напролет играют в компьютерные игры. Это игра, военно-патриотическая спортивная игра. Да? То есть это развлечение плюс спорт, плюс воспитание какого-то такого военного духа. Да, патриотическую. Ну и плюс там есть загадки на логику. Да, загадки на логику. Не только мышцы, но и мозг. Да, то есть развитие во многом. Да, и вот чтобы вытащить детей, подростков из этого, вот мы решили попробовать сделать эту историю. Каждый, я думаю, родитель захочет, чтобы его ребенок наконец вылез из компьютера, избавился от этой игромании, да, и почувствовал реальность, что такое жизнь, что такое игра, что такое команда, бой, что такое команда, да, действия команды. Здесь это очень важно. А когда у вас готовы дать твоя? Открытие намечается 10 декабря. Дай бог, что мы успеем все доделать, все сделать. Сейчас ведутся строительные работы усиленные, работают электрики. Открытие будет уже с участием артистов? Да, конечно. Это помогло. Как бы, это, что у вас будет два таких открытия, то есть открытие как бы такого как бы начала проекта, да, и на этапе вы делаете как бы такого торжественного. Да, это и торжественное открытие, мы его хотим подготовить 23 февраля. Мы пригласим звезд российского спорта. Вот. В общем-то, желающих очень много. Олимпийские чемпионы. Будут все. Будут звезды театра, кино. Военнослужащие больше сейчас. Военнослужащие у нас будут ребятки из спецназа, которые будут помогать, инструктировать. Да, очень серьезные ребята, которые будут помогать инструктировать во всех вопросах. Да, кто никогда в жизни не держал оружие, для них это будет сложно. Я думаю, если вы отдаете то, что, допустим, «Брось зомби», как бы... Сыграю я, и думаю, это тоже так понимаешь, как повезет. Мы должны вытянуть ваш гонорар. Сможем ли вы себе позволить? Я думаю, если зомби сыграют, то я думаю, как бы это будет интересно, но мы видим, как бы видим. Скажешь, спортивная аналитика, кто хочет стать зомби, как бы. Что это такое? Мы обязательно пригласим вас на официальное открытие. Вот, а 10 декабря будет, так сказать, открытие тестовое, да, начнутся игры. Начнутся игры, и к 23-му мы подготовимся серьезно, 23 февраля, очень символичная дата. Активный проект запускается, я понимаю. Активный проект запускается с 10 декабря. 10 декабря? Да, начнется предварительная запись, откроется сайт, начнется предварительная запись.